Привет, друзья! Как и большинство авторов проектов на Планета.ру, мы решили подготовить для вас отчет. Понимаем, что вы люди серьезные, поэтому покажем вам только голые цифры. За эти 365 дней у нас накопились гигабайты переписки. В общей сложности мы проговорили по телефону 8 суток. А если бы мы жили на Юпитере, то и все 20. 770 раз мы встретились с вами в этом году. Это на 59 раз больше, чем обычный сибиряк встречает обычного медведя за зиму. На одно новогоднее обращение президента пришлось 323 видеообращений планеты. Мы провели 70 трансляций, а пресс-релизов выпустили 3 раза больше, аж 210. Провели 43 лекции, а это больше, чем посетили некоторые студенты в этом году. Посетили 100 концертов. Если бы это были концерты у Купника, нам бы потребовалось лет 30, а то и 40. Да что уж там, все 50. 19 человек получили вечные билеты. Это больше, чем военный призыв на Чукотке. На момент съемки этого видео за 2013 год ровно 20 825 человек стали нашими акционерами. 20 826, 27. Давайте так. Общими усилиями было куплено 32 785 акций, что в точности совпадает с количеством проданных нами. А самая большая сумма, внесенная в проект, составляет 850 триллионов долларов Зимбабве. Ну или 300 тысяч рублей. А вообще, за этот год авторами проектов было собрано 31 184 108 рублей. В наших проектах было опубликовано 1500 новостей, которым вы оставили 8000 комментариев, поставили 70 тысяч лайков и сделали почти 25 тысяч репостов. За этот год у нас родились 2 малыша. И 1 воробушек. Мы 2 раза переехали, отметили 54 дня рождения и оставили более 200 фотографий в Инстаграме. И собрали 2014 автографов, что чисто случайно совпало с Новым годом. Это был прекрасный год, но дальше больше. Увидимся в следующем, 2014 году на Планета.ру. С Новым годом! Сто концертов у Купника. Это реально вообще 30, 40 лет.